Это карта русская в РБФ. Сейчас все покажу. Вот она. Сеть. Интернет. А, и уже сменилась. На Р24 арена. Тоже русская. 24 регион России. Максимум. Максимум спид. Строил фантом или для фантома Кларин. Не знаю точно, честно, пионерская. Перелетели. Тут находится Винтарис. Максимум спид. Здесь основные простые заклады. Максимум стрэнс. Где-то была еще холодилка, не помню, надо посмотреть. Не здесь. Но где-то она была. Но не помню. Made by Clarin. А дальше идет бегущая строка. Maximum speed. Maximum strength. Даже так? Понятно. Maximum speed. Look. Engage. Maximum strength. И спрятался за бетонными блоками. Ну. Ну вот. Появление. Появление. Headshot. Он стрельнул. Maximum speed. Наверху. Она же интересна. Maximum strength. Джин. Мимо. Выше. Хорошо. Интересно, каким? Ага, с этим. Нет больше никаких. Maximum speed. Повторим. Да ладно. Деятель искусства. Мимо. Попал. Туда же, что только на нижний этаж.
А, тут можно и так. Headshot. Maximum strength. Нет. Опять. Вот он, холодилка. Energy critical. Чего? Я что, сквозняком профигачил мимо? Попробуем так. Антон Петрович. Так, где тут у нас площадка для зарядки? Вот она. Что-то ты жмешь не туда, куда тебе надо. Спокуха. Надо обязательно зашвырнуть что-то туда. Да, ну это понятно. Попробуем туда гранату. Maximum strength. Джин. А теперь зашло. Надо примерно думать как. Ясно. Что мы здесь имеем? Смочь. Надо как-то вот под этим углом, если сможем. Чуть выше. Да, пошло как надо. Хорошо. Максимум спид. Теперь без прицела. Ну, начинается. Максимум стрэнгт. Попробовать угадать. Почти. Там спрятаться. Максимум спид. Тоже надо гранату дожимать его, пытаться. Как-то подумал. А, он что, прям внутри, что ли? Очень интересно. Жи. Молодец. Да, тренинг, стоп. Карты тут классные, в принципе, все одна за одной хорошие идут. Подождем. Моим аквариум классный. Надо обновиться сразу там. Опачки, пока мы одни тут. Калаш. И вот это. Это надо убирать. Это надо убирать. Это что? Осколочные гранаты. Максимум спид. Аквариум. Это. Только так. Интересно. Ну-ка, ну-ка.
maximum strength. Ну как? Аж балбес, аж башкой треснулся. Об кровлю. О, как зависает. Да, серьезно, но можно. Аквариум. Вид из окон витражей аквариума. Изумительно. Чем-то напоминает Far Cry подводный мир тоже. Far Cry 1. Причем здесь только пальмы с деревьями на дне. Неужели как Атлантида? Ну, что-то вроде как. Да. Ну, попробуем. Максимум стрэнгт. Теперь не получается. Ну давай. Ничего себе. Да я лучше пойду там прыгать. Пускай она отдохнет без меня. Мне надо одно дело провернуть такое. Вот, не получилось. Не получилось. Ну. Ну ладно, с торца попробуем. Не получилось. Ух ты. Вау. Резко слишком кверху. Вот. Проще, поплавнее. Ну, тогда я перепрыгивал. Ох, максимум взял. Вот, вот что я хотел. Так, а теперь... А теперь надо на следующий конец пойти. Ну, допустим, туда. То, что надо. Так, теперь подождем спауна этого товарища. Но он будет, наверное, меня сейчас обстреливать. Скорее всего, он будет бахать. Ну ладно, сейчас. Неудачно. Ну ладно, переключим гранаты. А их тут нет, таких других. Хорошо, подождем. Подождем. Не могу. Ну понятно. Что я требовалось доказать? Ближе нельзя. А где а вот граната. Попробуем мы ему запулить туда. Вот отсюда. Чух. Ну, по рикошетам согласен. И отсюда. Рикошет проходит. Ну что ж. Нет уж. Максимум спид. Так, здесь какой-то темный ящик. Через мир бы рикошет проходил, было бы классно. Мимо. А, вот. Максимум стрэнгт. А чего? Еще раз. Рикошет через верх. Есть эти приспособления только для Гаусса.
Да, только так получается. Ух. Ладно. Вау. Maximum speed up engaged. Energy maximum armor. Неужели? Интересно. Где он находится? С той стороны. А ну вот так еще. Maximum speed. Maximum strength. Ладно. Классно. Максимум спирит. Бот. Как же так? Ну, попробуй так. Получилось. Максимум стрэнт. Хорошо сидит. Максимум спирит. Там его там. Боль, это не то слово, Боль. Слушай, но она же мне как член семьи, как родная. Ну ты знаешь, что. Да. Maximum strength. Мимо. Да, приходи. Бамс. Отпрыгнул. Уже легче. Сейчас попробуем угасанием отсюда тренинга. Так. Какая ветклиника? Что значит клемалась? Нифига себе, сколько высадить надо. Поехали. Тренич. Ничего себе. Так, с той стороны. Максимум спид. Гранатометчик. Метчик граната. Что это? Максимум стрэнт. Стопет. Понятно. Так стопет, так стопет. Мы сейчас кое-что изучим. Ну, карта неплоха. Эта карта называется... Была I'm Aquarium, а теперь I'm Sludge. Так, теперь... Эта карта обновляется. Два на закрытом сервере торчат парняги. Хорошая карта Fortress HRDM. Очень хорошая карта Fortress HRDM.
должны обязательно показать. Еще раз. Назад. Конечно, сеть. Интернет. И у нас ХРД 12. Накатили 12. Включили 12. Возьмем полный разворот. Это надо обязательно посмотреть. Нет такой карты. Ха-ха. А ни хрена, автозагрузка не настроена. Нет интернет. Эфина есть Петра. Петра, Петра. Что же у нас на Петре творится? Давай на Петру скажем. Вадим, говорить о том, как на тебя любили, нужно так же долго, как... Ну пусть будет. Тут должна быть загрузка. Вот таким образом она идет потихонечку. Если бы могли хотя бы на мгновение. И она окружается. Я не пожалел бы любых дней. Остается только одно. Кирилл, если можно, громкость поменьше сделай, насколько это можно. MCC это Джейкоб Майкер, творитель этой карты. Посмотрим, что пареньки тут делают. Ага. Все прячутся по местам. Так, это у нас кто? Молдаванин. Хермес. Это, по-моему, русак. Дальше. БМР какого-то решил покататься на этом. Нострадамус украинец. Висит тоже. Спрятался. Русский ТТ. Что он творит? А, там есть портал. Какой интересный портал. Но МСС вертолета придумал. Молодец. Молдаванин. Гермес тут. Что у нас творится? Проигрывают. Да, американская команда проигрывает. ТТ, антитрей. Ну как далеко глупил. Так смело прыгнул вниз. Что расчет раскрыл. Да. Карта неплоха, молодцы, ребята. Где-то его положили. Молдаванин тут как здесь. Хермес тут как тут. Баймрек, понятно. Нострадамус дразник. Вот ТТ. Антипейн. Понятно. GB. Вот она. Она изучает. Пускай изучает. Ее кто-то прикрывает нормально, по-честному. Ну пусть изучает нормально все. Что ж, скажу, карта красивая, молодцы. Молодец МСС, молодец Джейкоб Найкер, помог ему. Построили здорово, очень здорово. Меня это вдохновляет на новые подвиги. Петра, Петра. Вот почему Петра вот там. Выездный в скале замок. И вход в него должен быть. Полиночка 3.22. Понятно. Доги украинцы тоже не очень неопытные. Да, Great Britain нормалек. Рут это рубится на пропалую, похоже. А в той команде команде раз перевес по счету, конечно, побольше.
Это что за явление стали народа? Что это? Какое-то чудо-юдо, рыба-кит пролетел. Вообще, что-то непонятно. Алиночка пытается стрелять тоже. Пускай. Но что это пролетело? Типа дельтаплана, что ли? Рекрут. А где он был? А, сбалансировалось. Ну, так скажем, сюда я еще пока не готов заходить. Не хочу. А рекрут зашел. Понятно, какой-то поток отобразилась. Она уже заканчивается, поэтому дождемся, какая следующая, чтобы общий экскурс был. Молодец, все-таки смог его завалить. Умудрился, молодец, молодец, парняга. Не потому, что он украинца завалил, а потому, что все-таки как-то изловчился и смог его завалить. Ну ладно. Что за вертолеты? Просто так, звуковое сопровождение. Но штатовская команда сильно отстает. Очень уж сильно. Ну, что там за чудо-юдо такое пролетело на тросах, что ли? Непонятно. А, вон, вверху. Что-то там баражирует вверху. Пошло. А, ну, угу. Это как сопровождение, просто картинка. Как на БФГ Frozen Maze. Там пролетают самолеты, истребители. А, это что-то кукле сбросили, что-то. Очень удивительно. Ух, провалился. Ну что ж, красивая картина. И обновление количественного состава 12 человек. Вот по завершении этой карты. Неплохую карту поставили тоже. Молодцы. Меня она нравится. Саванна Мастерс Хайкью. Саванна Драй. Четко. Не зря мы сохраняли карты. Я очень рад. Там закрытый сериал. Это у нас... это, наверное, здесь и было, скорее всего. А что у нас на этом? Угу. 4 на 4 нормально сражаются. Зайти посмотреть, как сражаются. Посмотрим, что здесь. Отсюда выйдем. Назад. Посмотрим, как сражаются на третьем сервере. Эфидей Эсл я еще не видел последние львы здесь, но я смотрю, начал не лучше обновлять карты, которые я отправлял. Которых мне на новом компе нет, они находятся в общем хранилище. Упакованы в виде. Полную картинку. Посмотрим, как это все отображается на полную. Так. Тут счета нет. Это сервер дымного поляка. Как по счету выглядит картина. Хм.
Да, америкосская команда перевешивает, похоже. Хотя не сильно вроде. Почему счет не указывается, непонятно. Только время. Да, кворд. Что это может значить? Не переводил еще. Зайдем. Но сегодня уже вряд ли, наверное. Ну, в принципе, можно. Сканером пользуемся. Сканером. Зашел с другой стороны. Понятно. Удивительно двигается. Не слышно ничего вообще, как гусеницы шуршат. Ни мотор не работает, ничего. Просто ползет тише, беззвучно. Так, здесь что-то строят. И причем не танкист. Или танкист. Где Dark War? Dark, Dark, Dark. Да, у Кореуса. Он здесь. Что они тут собрались, интересно, строить? А, спаунатор. Все просто, как кирпич. Спаунатор построили и погнали. Вопрос, куда ты погонишь его? Там же на этой карте не протолкнешься. Ты должен подумать очень сильно, чтобы понять, куда его пихнуть. Только для этого, что ли? Дикс. Ну. Бау. Красота среди бегущих. Давай на мины. Не попал. Очень странно. Пока он сообразит, он же начинающий. Не надо их ругать, которые начинающие танкисты. Вот он ему взрывчатку прилепил. Прилепил и бабахнул его. Ладно. Наука будет. А имщики. Пулятары сплошные. Кто кого пересыпет пулями, кто больше напуляет.
Их, наверное, на технику теперь не загонишь ни за что. Они любители вот типа такого. Бах, трес. Ну ничего, неплохая методика. Опа, кто-то за ним сюда припрыгнул. Он успел свалить, а дальше? Что, что? Будем бегать. Так. Скорость бесконечная. Ну, блин, так нечестно. Дарк Вордом. Пасворд Дарк Ворд. Оскорбиловка. Ну не попадешь ты, братан. Тебе трудно это сделать, ты пока не умеешь. Я-то еще 50 на 50 может быть. Тренингом терпеть не могу заниматься. Для спецов, специально для этого. Так, неужели опять спаунатор? Друг друга оскорбляем по очереди. Поляки русские, русские поляки. Сыпят добрыми словами. Ах, да. Ну, два что-то построили. Так, это что? БМПшку? БТР. Нет, БМП. Тра. Ну, пока ты сообразишь, куда развернуть. Так бывает. Чё там? А, и спаунатор один. Езжай. Помогай. Так. А ну. Нормальный комплект. Ну, 50 на 50. Половина опытных, как бы, половина среднеопытных и неопытных. Все нормально. Баланс есть. Этот пускай на танке здесь погоняет, будет доволен собой. Побахает в пустоту, по стенам. Так бывает. На любителя. Надо философски, спокойствием. Со спокойствием относиться к тем жучкам и ребятам, которые любят сначала на технике покататься, потом к ним придет такая вещь, как умение играть, а им в стиле не все сразу дается. Они думают, спрятались за бронетехникой и все неуязвимо. Но их же взрыватель всего это. Недавно было видно, как его бахнули на зенитке. На С4 и взорвали. Ладно, ребятам, пожелаем счастливым день заниматься. Не привесил. Сейчас привесит. Вали. Успел. Молодец. Сориентировался. А теперь. Все так начинали, когда начинали играть, так делали, как он. Человек еще пока опасается сражаться с опытными аюмщиками, которые налево направо и сразу в голову. Настолько тренинги отработали во многих играх, в которых они участвовали. Зашел все-таки, молодец. Молодец. Ладно. Саванна Мастерс, хорошая карта. Сюда вас. Пойду на свой засада вас. Посмотрим, что там на засада вас. Может быть, Ивановец, может быть. О, уже переключился. Моя любимая. Одна из любимых. 24-й регион, ребята, сделал. Антон и еще там.
Не помню, как же название, но вспомню, скажу. Так, есть контакт. Что это? Ну, пускай. Мы сейчас небольшой экскурс, тогда в прошлый раз не получилось. Мы здесь сделаем. Потихоньку, как что пашет. Пришли сюда. Нажали на пультец. Пошли кверху. Так, молодец. Чуть не разбился. Ну это я просто не посмотрел ни с под ноги. Давно не играл я на ней, поэтому балбес. Повторим. Теперь надо под ноги смотреть, ничего, в сторону смещаться. Так, ладно. Тут тишина, ничего. А выше должна быть винтовка. Если я не ошибаюсь. Как бы не в гаусник. Но в основном была винтовка. Вот она. Ага, ладно. Далее. Вильч Винтер. 24-й регион. Хорошо. Поехали. Так. Посмотрим хорошую позицию. Energy critical. Critical, critical. Armor. Появился бот. Помимо того, что там есть винтовка, она здесь тоже есть. Где бот появился? Небось в здании. Точно, попробуй его достать оттуда. Карта похожая на карты The Jacob Niker. Вон такие несколько штук сделал. Вот там Гаусс. Ну, вон он лежит. Можно это сделать вот таким образом. Вот, на башне. Там аналогичная башня этой. А остальное экшен. Как блестит бочка от мороза. Как будто льдом покрытая. Красиво. Я ее подольше сделал. Минут на 20, я так понял. Потому что просили мужички, чтобы она была не такая короткая 10 минут. По мере ознакомления 10-минутной карты получается 20-минутная. Если я не играю с парнягом. Вот так. Где же ты? Где же ты? На втором этаже в здании. Вопрос. Сверху долго. Бум-бурум. Отсюда попробовать до тебя добраться. Вау, да что? Ладно. Сейчас. Ушел. Ну ладно. А мы, может быть, наверху его увидим? Может быть, и сверху. Да. Headshot. Ух ты. Угу. Вижу цель. Понял. Headshot. Мне еще надо тренироваться по стрельбе. Не такой опытный, как вот ребята сейчас были на рефинере и же с ними. У меня с этим какая-то проблематичность. Стреляю в туалете. Так, отсюда мы доберемся до него.
перезарядимся. Ух ты, как я сообразил. Не надо, давай-ка отсюда. Интересно, внизу. Прыг-скок. Можно и это, а можно и это. Maximum speed. Понимаю. И вижу, что-то вижу. Ладно. G. Все мимо. Молодец. И гаусник. Нет, не гаусник. Ну что ж, складометр основной тут. Хорошо. Надо научиться гранату зашвыривать туда. Не обязательно со стрелкового шпарить. Давай-ка. Зашвырнул. Следующий этап. Посмотрим. Можно. Headshot. Ух ты, прям здесь. Headshot. И дальше не обойдешься хедшотом. Что? Однако. Исследуем момент. Можно ли добраться с этой точки до него? Energy critical. Critical, critical. Под крышкой. А ну. Вот так бывает иногда, когда не пускает вышка тебя. Maximum strength. За забором, что ли? Вот это фокус. Так. Не ушли. Ах. Чуть-чуть не хватило. Вот, я уже вижу его. Так, вижу. И? Не вижу. Ха, а вот это да. Ладно, а мы должны как-то поинтереснее добраться до него. Сейчас. Так. Нет, тут бортик меня отшвырнет. Здесь он меня отшвырнет. Тут глухая. Посмотрим. Не. Интересно. Headshot. Вне зоны. Спрятался. Квадратные глаза, угольки, что ли, такие. И с какого угла мы тебя обозреем? Вот с этого угла, наверное. Да, где-то так. Maximum strength. Здесь. Headshot. Что у нас там по общей картинке? По общей картинке здесь осталось 5 человек, здесь 10. А что на первых призерах? Обновиться. Да, нормально, хорошие карты пришли. Старый чайник появился наконец-то. Делаем следующее. Fun and fight. Fight and fun. Очень хорошо. Пролистаем. Терпение ждем. Поехали.
полная картина. Сеть интернет. Вот они. Можно двойным кликом. А можно через это. Плющит Хайндейла с Мазом. Лет. Али. Тяжело ребятам. Миза, как всегда, долго открывается карта. У меня вопрос возникает. Есть ли на Герман Кразисе кто-то вообще в данный момент? Так, обновлю я его. Чпок. Обновился. Никого. Вот это мне нравится, когда он спрыгивает кверху. Надо уже. Хорошо. Переговоры. Ладно. Отпишем. Хай. Май. Восклицательный три знака и улыбочку. Можно такую. Тынч. Они уже подъехали к базе. Улыбочку побольше. Во всю пасть. Та-та-та, чтобы попасть. Какая картинка Репина? Плохая, плохая. Делаем следующее. Вот это. Вот это. И вот это. И вот это. Ну, спасибо. Максимум силы. Тюх. Дальнейшие действия. Дом. Хайндеву не нравится, что что-то тут Али вытворяет. Время у нас неограниченное. Куда мы направимся? Он уже здесь, а мы пятый бунт и попробуем захватывать. Не будем рисоваться. Максимум брони. Че так они пишут? Спокуха. Максимум скорости. Попрыгали. Он что, там хлопнул Али? Сервер лаг. Ругается. Не есть хорошо. Максимум скорости. Тихонько. Ладно. Это печально. Но факт. Да. Посмотрим, тут нет клейморов случайно. Вроде тишина. Посмотрим, что здесь тишина. Так-так. Там захвачено. Понимаю. Ух, вот здесь можно ляпнуть. И вот одно из моих любимых мест. Достаточно. Это я сразу выброшу нафиг. Только балбесы такими пользуются. И без этого надо уметь работать. Так, по-честному. На-на-на. Сейчас.
сейчас мы... Бункер под угрозой. Мы... Понимаю. Ну как мне быть? А, Хайнгл там его хлопнул. Ну, в этом что-то есть. Ай, Васа, пока. Поплачь, поплачь. Противник захватил бункер. Очень интересно. Айвас АФК. Нет, выше тут не взлететь. Ладно, дорогая страна, и сюда приперлись. Маскировка активирована. Быстро. Среди канистр. Максимум скорости. Надо посмотреть, что здесь происходит. Маскировка активирована. Там кадровым. Понимаю. Максимум брони. Может подразнить, но лучше сначала захватить. Максимум скорости. Полетаем в прыжках. Чего не дали-то докопались? Пускай отдых. Вау. Маскировка активирована. Ух ты. Максимум. Ну что, увидел меня, что ли? Недостаточно. Ну да, прям сейчас. Маскировка активирована. Ох, не успел, что ли? Не получилось. Обидно. Максимум. Ладно. Брони. Prepare for luck. Странно. Ну ладно. Вижу. Максимум скорости. Может быть. Prepare for luck. For... War prepare. Oh yes, oh. Тихо. Маскировка активна. Не понял. А, этот зашел. Да. Облом Петрович получится. Yes, БХСС. Как он у меня видел, на танке, если Андрюха катается, вот я поражаюсь, какой у них обнаружитель стоит. Попробуй догадайся. Я понимаю, что что-то не так. Ух, ух, лопнуло. Дай бог с тобой. Беги. Недостаточно энергии. Так ты. Все, захватил без меня. Молодец, парняга. Постарался. Максимум брони. Да ну вас. Вот не повезло-то. Так бывает. Гаусника лупанул моего бойца бедного. П, давай, раз, два. Придется два брать. Деятели искусств. Ладно, посмотрим, что к чему. Придется брать два.
только нормальные герои всегда идут в обход. Попробуем. Андрюха, палки в колеса. Тихо, держать. Все источники наши, это плюсик. А что у нас тут? The library available. Библиотека. Опачки. Максимум брони. Ничего. Поехали. Сначала это, потом это. Максимум скорости. Максимум силы. Маскировка активирована. Максимум брони. Да ну тебя. Перепугал меня, братан. На своем в туле. Недостаточно энергии. Угу. Да, я вас пошел. Захватываем танковый завод. Ну, может быть. Тихо. Надо обязательно перезарядиться. Ладно. Можно и так. Вот так. Хорошо. Максимум брони. Сделаем так. Можем еще одну взять. Не поставить для надежности вот сюда. Чудесно. Максимум скорости. Недостаточно энергии.
сюда припереться. Вопрос. Повторим. Какую картину Репина мы видим? Надо ехать туда. Свер, давай, свер тебе, сведр. Да ладно, все путем. Максимум силы. Так, сведр, ну-ка, ну его нафиг, тут тоже избавимся от этого дерьма. Свои сведры. Маскировка активирована. Бинокль. Посмотрим, откуда палят. Не вижу пока, откуда бы они палили. Тут этих вышек нет, как на Devil Nova, на Crisis Wars. Нету таких вышек. Ладно. Напишеть Ангру Ока. Активирована. Ну, дышите ровнее. Ух, зачем меня дубинушки? Ну, молодец. Помог. Свой же, что ли? Так. Ладно. Поехали. Успеем. Максимум. Успели. 200. Маловато будет. Скорости. Как быть? Ладно. Граната одна есть, уже плюсик. Да ладно, возьмем гранатомет на всякий пожарный П. Винтарис вряд ли нам удастся, но не получится. Гранаты. Одну это. Да и готово. Напишите. Выслеживаем. Максимум силы. Андрюха, ты меня достаешь. Откуда ты там шпаришь? Ух ты. Хрен догадаешься, называется. Попробуй в ледо попади. Ну ладно, сейчас отвечу.
ты там не звонишь. Уже не звонишь. Ладно. Готово. Ясно. Максимум брони. Максимум скорости. Недолго дергалась старушка. Высоковольтный. Провода. Пум-пум-пум-пум-пум. No, sir. Ничего тут не возьмешь, пока не заработал. Так, смотрим, что придумать. А что придумать? Попробуйте это придумать. Оружие. Тенч. Что они там писали? Краш. А, крэш, понял. Ок. Таймер крэш. Change map. Покажем стрелочкой. Other PS. А что мы здесь? Ладно. Пока мы тут играем неудачно. Не пойму специфики конкретно. Или я отвык на больших картах играть. Но по большому счету около бункеров сейчас получается просто месилово. Что у нас там с респаунаторами? Я еду сюда. Он зачем-то к источнику по... А, к пятому поперся. Нет, не поперся. Он как раз идет нормально. Спокуха. Что у нас там? Рулис. Нарваться бы на бобовом. Посмотрим. Максимум силы. Ох, ничего себе, Петрушкин. Как так? Был там, исчез сюда. Был молодец. Это что, портейшн такой? Ужас какой. Портировался парняга. Я вообще в шоке. Готово. Нес. Лет портировался. Максимум как-то интересно. Максимум скорости. Чего мы тут придумаем-то, господа хорошие? Никак. Облом Петрович, я в минусах. Вот ты игрок классный. П. Чё мы тут напугаем народ? А, можно. Приколимся. Поехали. А, понятно. На каком ХМДО приперся наверх? Поехали, сейчас посмотрим, будет ли у них бросок захвата источника.
еще. Не получится. Угол вычислил. Какой-то уж что летает такое. SD что ли ужастиков строит. Хайндал уже спланировал туда. Его грохнули плавно. От первого лица. Пока отсюда ни одного индивидуума не видно нормально. Тем более прицел не супер. Лет снял с полтыка меня. Хорошо. Я тогда так сделаю. Все правильно. Придется так. Ничего не поделаешь. Максимум скорости. Ничего не поделаешь. Ладно. Маскировка активна. Максимум скорости. Кого я грохнул-то? Не пойму, я так и не понял. Андрея! Зачем ты взорвал дубинушка? Проверим. 200. Облом. С гауссами. Молодцы. Хорошо работаем. Отпишу, чтоб не тупили. Максимум скорости. Повторим. Вот гад. Максимум брони. А не получилось мне от своей же машины максимум отбежать. Скорости. А надо бы. Я этого грохнул, мне даже не прибавилось очков заработанных. Единиц. Очень странно. Поехали. Спокойно.
Максимум брони. Максимум скорости. Да надо же взять 200. Толка никакого. Ладно, повторим. Поехали. Ну давай. Чё присоединился к игре? Ладно, только что-то эти где-то слишком уж крушащиеся машинки. Чуть подпрыгнуло и сразу колесиком крантец. Хреноватые настройки. Поехали. Так, ладно. По-любому, думаю, они сюда ломанутся. Вот западло. Они слышат. Стоп. Скан. Чё за сканеры? Блин, терпеть не могу сканеры. Ладно. В принципе, представление есть. Я на нормальной волне заканчиваю тут. Эту карту, трансляцию и запись пока, потому что надо пока прерваться на какое-то время. Момент. Хорошо.